Привет, ребята! И с вами снова Лиза. И сегодня расскажу вам про Pocket Titanis. Это хороший подарок на Новый год для мальчиков. А также в коллекции всего 12 роботов. Ну что я вам буду говорить? Давайте распаковывать. Наверное, потянуть за ленточку, и тогда что-то откроется. Так, открыли. Тут у нас лежит три детальки. И, как я понимаю, что вот это все, да, это разбирает. Дальше, тут у нас находится. Вот, что находится внутри? Платформы разные, а также инструкция. В инструкции написано, что можно собрать робота. Вот такого. И тут написано, как можно все соединять. Ну что, давайте сделаем все по инструкции. Ого. А тут оказывается что-то есть. Давайте так все посмотрим. Так, кажется, вот тут что-то есть. Да. Лесенка. Или что это? Ограждение. Скорее всего, ограждение. На лесенку не очень так похоже. Так, давайте дальше. Тут тоже что-то есть. А вот тут у нас наклеечки и татуировка и карточка с нашим роботом. Так, дальше. О, тут тоже что-то есть. Ой. Тут у нас такая же платформа. И все, мы все открыли-то. Да, вот мы догадались. Интересно. А как это все собрать-то теперь? Мы даже не понимаем. Да мы уже собрали нашего робота. Вот такой он получился. А также к роботу идет вот такой человечек. Вот такой у нас маленький человечек, который сидит в нашем роботе. Ну а робот сейчас отдыхает на первом этаже. Так, открываем вот так. Посадить надо туда нашего человечка. Сейчас. Да, посадили. И наш человек управляет нашим роботом. Вот это есть пистолет. А также его база, где он находится. Дальше. К нашему роботу идет карточка. Дальше. Наклейки. И татуировку, которую мы прикрепим на нашего робота. В инструкции написано, что роботу нашему надо прикрепить вот такую татуировку. Давайте попробуем, что у нас получится. Покажем результат. Уже воду, и сейчас нашу татуировку будем обмакивать в воде. Ребята, это видео подходит к концу. Всем пока, до новых встреч. А также покупайте эти игрушки для мальчиков на Новый год.